Итак, добрый день, добрый вечер, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. И вот сегодня у нас такой вот будет сюжет прохождения такой баржи, которая идет в сторону Франции. Ветер небольшой, солнце светит, дождь был. Днем, ну, погода у нас немножко изменилась. Всего 13 градусов тепла. Поэтому вот воскресенье было 22-24, а вот в понедельник такое резкое, можно сказать, похолодание. И как мы видим, баржа приближается к нам медленно, но уверенно, идет спокойно, тихо. Мы вам предоставим это видео сейчас вечером, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, всем отвечу взаимно. Вот она приближается к нам. Солнце вот за горизонтом там стоит. Дождь вот сегодня тоже будет, и завтра будет дождь. Погода, короче, неустойчивая. И сегодня первый раз я слышал грозу и гром. Какие на фоне старинных зданий пробывает такая огромная баржа. Мы сейчас посмотрим, откуда эта баржа. Это баржа из Франции. И вуаля. Всем хорошего вечера. Пока-пока.